ребята, всем привет! Вы на канале «Своими руками». И с вами ведущий канала Макс. Сегодня такой влог коротенький, наверное, запишем. А может, длинный, фиг его знает. И директор. Директор, помаши рукой. Солнышко. Вот, молодец. В общем, поехали навестить Сашку. Многие спрашивают, интересуются, как, что вам. Здоровье, состояние, ну, так себе, скажем. Так что вот, погнали, сейчас мы его навестим, посмотрим, заедем в гости. Ну и потом надо заехать купить цветочков. Сегодня у жены день рождения у моей, так что надо. Че кряхтишь? Устал, что ли? Да. Здравствуйте. Здрасте. Вот видишь, еще велосипед один. А вот это у кого велосипед? Ну, тоже у мальчика у кого-то, или у девочки, наверное. Пойдем. Девочки? Да. Выше пойдем. Еще выше. Здорово. Здрасте. Ну, хозяин. Встречает, не укусит? Я знаю. Все. Че, все спрашивают про тебя, все, приехали тебя снять, жив, не жив, здоров. Снимай ботинки. Гришаня, что-то я поднялся, устал уже. Как жить дальше? Ой, здесь тоже можно посмотреть. Нормально, что-то явление. Снимаешь, ты как здоровый поднялся, устал, это вообще что-то это не знаю, как будет. Подниматься? По дому похожу, и вчера грехи уходил в 3 часа. Тихо. О, не фасти. Пикировал. Сейчас, говорят, чуть не сломал. Ты че? Если как вырубил, вообще не могу. Поспал 15 минут. Так болеешь, да, конечно, слабость. А как? Че? Пойдем, че, давай кофту еще снимем, жарко. Он машину мне разрисовал только что. Я пока машину открывал, пока этот... Убирал там, готовил место. Он раз за машину убежал, я думал, как обычно, вокруг машины, он круг почета делает. Приезжал, сел, такой, а я там, говорит, нарисовал. Пошел, короче, он этот, синим маркером, короче, на почине мне кротозябру какую-то нарисовал. Стер? Чуть-чуть подтер, она чем-то этим какой-то, со светкой, а что у меня нет? Дом 2, что ли, смотришь? Вчера на полицию сидела, что-то, лицо маски, я говорю, ты что-то делаешь? Да тебя маски, говорит, на лицо делаю. Я говорю, а что смотришь? Так в дом 2 и рот сидит, так хотя бы что-то посмотри. Ребята, не болейте. Видите, зараза такая, дом 2 начал смотреть, дома-то сидит, болеет. До чего доводит? Что? А что это не работает фигня? Что это такая фигня? Не знаю. Кстати, это твоя же фигня тогда оставил. Не знаю, это крестная же. Батарейки сели, наверное. Сели батарейки. Там, видишь, барабаны там стоят. Плохо, но... Аккуратно, чуть-чуть только. Я, говорит, буду на барабанах играть, так деньги зарабатывать. Какие-то пульт, кнопки тут, ё-моё. Температура пока вот не спала. Ну, когда-то должно быть легче. Третий день, вроде, первый день-то этот, ибупрофен, жаропонижающий. Тут же этот, варик-то такой, или обычно люди ласты склеивают, или температура этот спадает, что-то должно быть куда-то, в какое-то русло должно или туда, или сюда продвигаться. А жесткий черный юмор, ребята. Папа, что не знаю. А тут карточки где-то. Вон Сашкина подруга, Херобора называется. У меня такая же, побольше чуть-чуть. Мы вчера с Китая чаек привезли, там от Харькова еще завариваешь, понял. Три листочка кидаешь, ни сахару, ничего не надо. Сладкие, все. Сейчас я заварю. Ну, что-то от легких прочищает. Ну, так вот. Ну. На траву перешел. Три листочка кидаешь, вот так вот развариваться. И пьешь сладенький, и все, завариваться. Как этот у барана шерсть, когда скатывается возле жопы. Да. Возле жопы так же выглядит. Вот такая вот у нас получается профессия. Заболел, ни больничного, ни хрена. Мало того, что мы не работаем, бабки не зарабатываем. Еще мы их просираем на таблетки, грубо говоря. Вот и жизнь.
Некоторые, некоторые говорят, там, ну, когда работаем, бывают клиенты такие, ой, вроде дороговато что-то. Понимаете, вот эти вот неучтенки, неделю отработали, вроде дороговато, а потом неделю можем на таблетках. Во-первых, и не зарабатываем, а только выкладываем. И в конечном итоге это вот, если за год-то посчитать все наши зарплаты, так... Про донаты. Про донаты сразу расскажу четко, коротко, быстро, не быстро, один раз и навсегда. Момент первый. Что такое донаты? Многие спрашивают. Донаты — это как бы взаимопомощь, там, помощь нам, ваша благодарность. То есть там что-то нравится, там мы нравимся, устраиваете. Ну как презентик. Мы представляем, что в гости пришли и принесли с собой какой-нибудь сувенирчик. Какую-нибудь безделушечку, да, там. Но так как вы к нам в гости не можете прийти, мы в разном, по всей России раскиданы, живем тут. Вот в денежном эквиваленте получается. Донат-система, там, которая есть ссылка, куда все переходят, и там очень, она как единая, много платежей с разных карточек. У кого есть возможность, с телефона, там, смс, всякие-всякие, можно оплатить вот этот момент, да. Плюс сообщение свое написать, нам конкретно, для нас будет сообщение. Если в стриме, то в стриме оно отображается. Если без стрима, ну просто оно все равно сообщение приходит нам, я читаю его. То есть, кто пишет, пишите хотя бы от кого, если не в стриме. А на стриме можно задавать вопросы. И правило такое, кто задает вопрос через донат, этот вопрос более популярно обсуждается и в первую очередь. То есть вы там, допустим, спрашиваете, как покрасить пол там и звездкой на стриме. Тут в чате куча сообщений, я читаю донат. Только вот этот первый. Его читаю, на него объясняю, рассказываю то, что знаю. Все. Донат у нас от 5 рублей, то есть можно сообщение 5 рублей послать и сообщение написать. Ничего тут страшного глобального нету. Момент второй. Мы не собираем бабки, мы не просим бабки. Нет. Просто оно есть, люди сами спрашивают, как, где, что. И мне как бы, чтобы 100 раз не объяснять каждому там что-то это. Вот один раз и покончим с этим. Сколько стоят там мои услуги? Мои услуги не стоят нисколько. В контактах я там, когда общаюсь, кому-то помогаю, мне потом люди спрашивают, сколько мы вам должны, сколько вас стоит вот эта, ну, консультация. Мои все консультации, все бесплатно. Новый год. Новый год. Все бесплатно, я деньги... Короче, как в церкви, пришли, сколько не жалко. Но... Раньше как на Руси крестили? У кого деньги есть, тот принес... подал кто-то кусок хлеба, кто что за крещение. У кого нет, покрестили и дай Бог живи. Все. Так же и у нас здесь вот деньги не собираем, ничего, каких-то определенных рамок нет. Да. И... Есть желание, помогли. Нет, нет, все. И поэтому я бесплатно все эти консультации какие-то есть. Но по мере возможности, еще раз говорю, у меня нет много времени, не бывает. Бывает, вообще не забываю там или просмотрю, пишите повторно, значит, как-то спрашивайте, намекайте. Бывает, я такой раз промохал какой-нибудь вопрос. И иногда, когда бывает, вообще пропускаю, когда много. У меня вот бывает, вот сидел, ну вот рекорд, наверное, буквально за 40 минут 6 сообщений. 6 человек написали, 6 вопросов задали. Представляете? А я своими делами занимаюсь. Поэтому уж извиняйте, если не могу сразу ответить, там через день-два повторно напишите. Может, посвободнее как-то. И для этих людей я и говорю, если вы спрашиваете, чем помочь, как помочь, я и говорю, есть донат. Есть вот под каждым видео в описании донат, карточка, там всякие электронные деньги, там что-то. На любую, какую есть возможность. 10 рублей, 5, 100 там. Мама. Где мама-то? 5 тысяч, мама. Желательно 1015 сразу, не меньше. Мама. Да, кошечка там, барсик, как? Бакс. Бакс. Баксик его зовут. Баксик — это там суральских пельменей. Барсик. 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 Поэтому желание есть, какую-то сумму, любую для вас, какая приемлемая, взяли, отправили. Если есть, нет возможности, не парьтесь. Понимаю, время суровое, время тяжелое, поэтому не надо там из кожи лезть, а то там... Последние 100 рублей на хлеб лежат, они там собирались мне отправить. Нет, конечно, не надо никаких вот этих, скажем, подвигов. Мы не такие богатые, чтобы отказываться от чего-то. Но и мы не такие люди, блин, чтобы попрошайничать и выпрашивать конкретно, дайте. Нет, будем доширак жрать, но так вот просить деньги мы не будем.
привыкли как бы деньги зарабатывать, ну, собственно, скажем так. Все, на этом, я думаю, больше вообще повторяться не будем, и вопрос этот закрыт, короче. Все, Санаду, стол накрываю. День рождения у жены, а накрывает стол Санаду, третий. Ну, где-то я такое тоже видел. Да, и пошел день рождения где-то отмечать, только пошел к другу куда-то в гараж, он там уже. Ну все, короче, мы отгостились, отпроведывались. Сана, давай говори до свидания. Всем до свидания. Тут батя приехал. Батя тоже привет себе. Надеемся, флота-то посмотри. Все, короче, прощаемся. Флешки опять тупят тут. Выключаются, ошибка флешки. Говорит. Ну вот все, подарок. Бакс. Все. Выздоравливайте. Короче, ждите нас на канале. Едем сейчас надо заехать цветочек купить какой-нибудь. Цветочек какой-нибудь надо, говорю, купить. Мамуле. Какой-то мамуле. Нашей мамуле. Это кто мамуле называется? Мамуля называется. Мамочка-то кто у тебя? Как зовут? Мамулей? Мамуленция? Это не мамуленция, а мама. Мама, все правильно. Ну и что, лампочка загорелась, надо заправиться, заехать. А? Загорелась лампочка, заправиться надо, говорю, бешеного топлива. Такие цены, блин, я не знаю как. Скоро, я говорю, чтобы заправиться, она будет заехать сначала, кредит оформить какой-нибудь. Монополисты хреновые. И государство наше ничего с этим сделать не может, а не хочет. Потому что наше государство сначала акцизы поднимет на топливо. И потом, представляете, на следующий день наше же государство должно их хлопать, монополистов этих. Чего вы топливо поднимаете? Конечно. Они им скажут, а нахрена вы нам акцизы подняли? Вот палка о двух концах. Все доятся, все кормятся. И никто ничего делать не будет, потому что никому не выгодно. Карапас! Карапас! Приехали, короче, мы за этот. Вон чувак идет, цветы несет. Может выйти, забрать, да и все. Короче, приехали за цветами. Сейчас цветочки покупаем, едем домой. Почему? Ты идешь со мной в магазин? Да. Мы сказали в зоопарк. В зоопарк? Ну все, в общем, вот так вот наш вложик прошел. Наверное, никому там, кто, если другие люди будут заходить, ничего интересного. Писять. Писять, бегом все писать. Все, с вас лайкусики, ребята. Спасибо, что нас смотрите. Все, всем пока. Писать, бегом, дарить цветы.